В 26-й раз на базе отдела экологической работы областного центра туризма и краеведения детей и молодежи прошел финал областного конкурса «Биолога экологических работ». Школьники региона представили порядка 100 работ, из которых жюри, в которое входят ученые из двух брестских вузов, отобрали 70 самых интересных. Они порой затрагивают такие интересные проблемы, которые касаются их региона, где они живут, на которые ученых, там, допустим, властей не хватает силы. Они поднимают эти вопросы, рассказывают, показывают, что позволяет потом серьезно обратить внимание на эту проблему, ее проработать и решить ее. В финале молодые исследователи представили свои работы, объяснили цели, задачи и перспективы своих трудов по 5 направлениям. Экспериментальная биология, водные системы, экология животных и растений, а также экология урбанизированных территорий и ресурсосбережения. Больше, конечно, детей заинтересовала экспериментальная биология, где можно провести эксперимент, что-то попробовать, что-то самим сделать, получить какие-то результаты и сравнить их уже с имеющимися данными, то есть совпало, не совпало, то есть то, что больше можно сделать руками. Вообще у нас все работы практического характера. Большинство из молодых экологов занимаются проблемами природосбережения не первый год. Главная особенность – все исследования проходят на местном материале. Дарья Прокурат из Березовского района в финал попадает уже во второй раз. Сдитовская школа тесно сотрудничает с заказником Споровский, и коллективная работа получила высокую оценку жюри. Очень активно дети включились, вызвало большой интерес, потому что надо было все оборудование, все материалы были на английском языке, мы все это перевели, и человек 15 участвовал в этом эксперименте. Мы ставили собой определенную цель, мы измерили широтные изменения в нашем болоте, мы исследовали наше болото, наши школьники узнали, какие хищники там есть в нашем болоте, какие растения, что у нас преобладает, какие хищники больше атаковывают гусеницы, то есть это было очень интересно. При оценке работ жюри интересовала методическая и научная грамотность, оригинальность идеи и значимость полученных результатов, потому что для многих из участников конкурс – ступень к будущей профессии. Хочу поступить на провизора, а, соответственно, хочу поступить в Белорусский государственный медицинский университет. Там одним из профилирующих, естественно, является биология, а экология как залог, точнее, да, это залог как бы изучения биологии, и это очень важная часть биологии, которая мне понадобится при поступлении именно в университет, потому что там будут и вопросы, и задачи по именно этому разделу. Республиканский финал пройдет в феврале 2019 в Минске. Брестскую область представит 14 школьников, победителей областного этапа. Ирина Альшова, Павел Малышман, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бок ТВ».